Концерт именитых гармонистов прошел в Тобольске в рамках областного фестиваля-конкурса «Гармония», организованного тюменскими единороссами. Выступление известных музыкантов состоялось при поддержке губернатора Тюменской области Александра Мора, депутата Госдумы Ивана Квитки и областного департамента культуры. За победу в зональном этапе боролись 13 гармонистов из Ярковского, Тобольского, Вагайского, Уватского районов и Тобольска. Оценивала участников конкурсная комиссия. Благодаря прямой трансляции наблюдать за выступлениями смогли не только жители нашего региона. Мы транслируем вот эти концерты и на Югру, и на Ямал, помимо всей Тюменской области, и еще на Краснодон. Вот концерт в Заводуковске транслировался на Краснодон, и мы связаны с Краснодоном, у нас уже там есть наши добрые друзья, которые тоже смотрели и очень похвалили, как у нас все получилось. Добавлю, что завершится фестиваль гала-концертом 18 ноября.